В России завершается неделя памяти, приуроченная к 74-й годовщине освобождения советскими воинами концлагеря Освенцим. В годы войны там было уничтожено более 2 миллионов человек. Центральным событием стал мемориальный вечер «Хранитель памяти». В театре «Геликон-опера» впервые вручили одноименную премию выдающимся людям, которые внесли большой вклад, чтобы жертвы Холокоста не были забыты. Среди лауреатов Иван Мартынушкин, он освобождал Освенцим, и режиссер Алексей Федорченко. Его фильм «Война Анны» — история маленькой девочки, пережившей оккупацию в камине немецкой комендатуры.